глубокоуважаемые гости Санкт-Петербургского экономического форума, глубокоуважаемые гости нашей панельной сессии. Разрешите всех вас поприветствовать на нашей дискуссии, которая сегодня организована Сбербанком России. Мы стараемся наши дискуссии организовывать таким образом, чтобы темы, которые ставятся во главу угла наших дискуссий, находили наибольший отклик среди участников форума. И в этом году, этот год не стал исключением, мы провели предварительный опрос предпринимателей в нашей стране на тему, какой вопрос является наиболее актуальным сегодня, какой вопрос они хотели бы поставить к тем высокоуровневым участникам дискуссии, которые присутствуют на Петербургском экономическом форуме, которые они для себя считают наиболее актуальным. Поэтому мы сегодня нашу сессию назвали «Новая конкурентоспособность, альтернативы и перспективы». И прежде чем начать нашу панельную сессию, разрешите мне представить наших сегодня участников дискуссии. У нас собрался уникальный состав людей, которые могут очень квалифицированно рассуждать на эту тему. И в первую очередь хотел бы представить наших уважаемых коллег из российского правительства, два члена правительства. Это Алексей Валентинович Улюкаев, министр экономики Российской Федерации, и Антон Германович Силуанов, министр финансов Российской Федерации. Пойду дальше. Наши участники нашей панели – это Владимир Иванович Якунин, руководитель российских железных дорог, одной из крупнейших российских корпораций и инфраструктурных корпораций. Лорд Питер Мандельсон. У Питера огромный опыт работы на различных постах, в различных ролях. Он был министром в правительстве Великобритании, затем он был комиссаром ЕС, курирующим всю торговую политику. После этого он был фактически третьим лицом в Британии, он курировал весь бизнес, всю экономическую и промышленную политику. И сейчас продолжает заниматься вопросами и экономики, и торговой политики, как в Европе, так и во всем мире. Сергей Юрьевич Глазев, советник президента Российской Федерации. Сергей Юрьевич является академиком Российской Академии Наук, но и активным участником всех экономических дискуссий в нашей стране. Доминик Бартон. Хотел бы Доминика представить, наверное, как большого друга России, как человек, который очень много работает с Россией, очень много проектов сделал в России. Компания McKinsey, наверное, самый большой экспертный потенциал, который использует и российское правительство, и огромное количество российских компаний. И с Домиником нас связывают давние дружеские отношения. Очень благодарен за то, как он особо относится к Российской Федерации, сколько он помог на различных этапах развития нашего государства с экспертным потенциалом McKinsey. Алексей Ильич Кудрин, мой друг и коллега, бывший вице-премьер и министр финансов Российской Федерации, ну, и сейчас один из наиболее выдающихся экспертов в области макроэкономики и финансовой политики в нашей стране. Анатолий Чубайс, я думаю, Анатолий Борисович особо представлять не надо. Сейчас он руководит государственной корпорацией «Роснано». До этого он занимал огромное количество постов, всех не перечислю, и в российском правительстве руководил много лет компанией «РАО ЕС» и занимался трансформацией российской энергетики в российскую, собственно говоря, в рыночную конкурентную энергетику из советской энергетики. И сейчас Анатолий Борисович возглавляет то направление, мы очень просили его прийти к нам, потому что как раз один из ключевых вызовов для российской экономики – это диверсификация экономики и инновации, и Анатолий Борисович возглавляет это направление. И наш очень старый товарищ и один из выдающихся экономистов и экспертов, профессор швейцарского университета Чарльз Виплаш, который великолепно разбирается как в европейской экономической политике, так и очень хорошо знает Россию. И, наверное, один из наиболее цитируемых и экспертов, и наиболее, я бы сказал, таких авторитетных и взвешенных экспертов в области экономической политики.
И если позволите, я хотел бы начать нашу сегодняшнюю сессию с небольшого ролика, который мы подготовили совместно с нашими партнерами компании CNBC, которых я отдельно хотел бы поблагодарить за многолетнее партнерство и сотрудничество с нами. Пожалуйста, ролик. Эпоха бурного роста развивающихся экономик заканчивается. Экономисты называют это новой нормальностью. Но у российской экономики для замедления есть и серьезные внутренние причины. Основные причины замедления носят не внешний, а внутренний характер. Экономика России росла в среднем на 7% в 2000-х, после кризиса на 4%. А в прошлом году темпы роста и вовсе замедлились. К тому же последние геополитические события усугубили структурные проблемы экономики массированным оттоком капитала. Что же может сделать Россия для улучшения своей конкурентоспособности? Либерализация экономики или государственные программы? Какое направление лучше? Государство владеет основными активами и способно осуществлять крупные долгосрочные проекты. То, чего не хотят при нынешней конъюнктуре осуществлять частные инвесторы. Влияние на развитие экономики, на рост ВВП, инвестиции в инфраструктуру, вообще говоря, оказывает очень позитивное воздействие на всю экономику. Мы рассчитываем, что при том, что сами инфраструктурные монополии, наверное, сильно не поднимутся в следующем году, то другие сектора, практически все другие сектора, выиграют. Имеют ли национальные чемпионы какие-либо преференции в России? И беспокоит ли это зарубежных инвесторов? Создавать самим государственных чемпионов, это существенно ограничивает частный бизнес. Это снижает эффективность экономики, и это не совсем те условия, при которых зарубежные инвесторы чувствуют себя на равных правах с другими участниками. Нужно добиться прозрачности модели управления, чтобы зарубежные инвесторы могли уверенно чувствовать себя на российском рынке. Россия стремится улучшить свою позицию в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса с 92-го места сейчас на 20-е место в 2018 году. Легкость разрешения разногласий по контрактам, доступ к кредитным средствам, оплата налогов и сколько времени это все занимает. Именно здесь Россия не выдерживает конкуренцию. В этом году Россия потеряла больше всего 4 позиции по показателю кредитования. Нужно выстраивать институты рынка, которые мы немножко забыли или не стали развивать, когда у нас было много денег. Мы должны государственными инвестициями создавать условия для развития предпринимательства. Необходимы, конечно, серьезные изменения в экономической политике, в приоритетах, в целеполагании и в инструментах. Практически большая часть нашего воспроизводства замкнута на офшоры. Не только мы должны говорить об ответственности власти, но и об ответственности бизнеса. Доля государства в экономике продолжает расти. Так следует ли России либерализировать экономику и приватизировать госкомпании? Госкомпании, конечно, многие должны быть реструктурированы или проданы. России необходимы реформы, более открытые рынки, увеличение конкуренции внутри страны. Особого внимания заслуживают государственно-частные партнерства. Они могут увеличить финансирование ключевых проектов, а привлечение частных инвесторов также положительно влияет на комплаенс и стремление к результату. Взять доход от сырьевых товаров, инвестировать его в крупную инфраструктуру и уделить особое внимание сложной высокотехнологичной промышленности. Вот рецепт успеха для страны. Так нужна ли приватизация или усиление присутствия государства? Двигаться на восток или на запад? Итак, мы хотели бы организовать нашу дискуссию, состоящую из трех коротких частей, самая главная из которых будет посвящена ключевому вопросу. Что необходимо изменить в экономической политике российского правительства для того, чтобы добиться успеха? Мы постарались сформулировать этот вопрос максимально остро и максимально общо. Когда я говорю о том, что нужно сделать правительству Российской Федерации, я, конечно же, имею в виду, что нужно сделать всему сообществу, которое занимается проведением и реализацией экономической политики. И вопрос первый, который мы для себя задали, когда мы услышали
предпринимательское сообщество, что их интересует вектор изменения экономической политики в России, то мы задали вопрос первый. А понятно ли вам, какая экономическая политика проводится сегодня? Мы провели совместно с Фондом общественное мнение 4 репрезентативных групп, как мы посчитали, профессионалов. Это были студенты экономических вузов, предприниматели, чиновники и эксперты. И получили такие результаты. Покажите, пожалуйста, первый слайд. Вот на первый вопрос, есть ли у России какая-либо четкая экономическая политика, порядка 30% респондентов, еще раз повторю, что это 4 профессиональных сообщества, конечно, если бы мы спрашивали у рядовых граждан на улице, то мы получили бы, наверное, немножко другие результаты, но мы постарались выбрать такие 4 группы, которые понимают, что такое экономическая политика, и порядка 70% ответили, что у России есть экономическая политика. Тогда был задан этой же группе респондентов вопрос, понятны ли цели этой политики. И опять порядка 30% опрошенных ответили, что цели этой политики им непонятны, а порядка 70% ответили, что цели этой политики понятны. И первый вопрос, который я хотел бы адресовать министру экономического развития Алексею Валентиновичу Улюкаеву. Алексей Валентинович, как бы вы могли прокомментировать такого рода ответы? Достаточно ли 70% профессионалов, которые понимают цели экономической политики, для того, чтобы эту экономическую политику успешно проводить? Спасибо, Геннадьевич, хороший вопрос. А что такое экономическая политика? Это заявленные цели или неуклонное обязательное их достижение? Это приверженность раз навсегда сформулированным принципам и правилам или их трансформация в зависимости от изменяющейся макроэкономической глобальной обстановки? Наша проблема во многом, она была еще Карамзиным, по-моему, сформулирована, что жесткость законов российских компенсируется необязательностью их выполнения. Стратегии-то у нас все хороши, у нас отраслевые стратегии хорошие, концепции развития инновационного, социального. А вот степень их исполнения на практике. Мы декларируем, что мы снижаем регулятивное давление на бизнес. На практике оно увеличилось. И сейчас в объеме всех издержек производства 30-35% по экспертным оценкам это транзакционные издержки, связанные с высокими регулятивными требованиями, которые идут под разными хорошими целями – безопасность, охрана окружающей среды, а все это удорожает бизнес. Мы говорим о том, что у нас неизменная налоговая система, мы не увеличиваем налоговое бремя. А если мы рассмотрим это по совокупности всех платежей, мы увидим, что это не совсем так. Мы говорим о том, что мы поддерживаем малый и средний бизнес. Ну да, слова мы все эти хорошие говорим, а потом берем и неожиданно проводим серьезные изменения в системе страховых платежей, которым обременяем малый и средний бизнес, и он из белого света снова уходит в тень. Мне кажется, самое вот это вот этот разрыв между правильно продекларированными целями и далеко не всегда им соответствующей практикой, которая у бизнеса порождает неуверенность. Точно ли я понимаю это правительство, когда оно декларирует вот такие вещи? Или мне должно заложиться на то, что есть риск того, что реализация этих правильных целей пойдет несколько вразрез с их формулировкой. И бизнес закладывает эту страховку в виде повышенных требований в инвестиционных проектах, например, повышенных требований к доходности. Дополнительный регулятивный риск должен быть компенсирован дополнительным возвратом на капитал. Далеко не все проекты способны генерировать этот дополнительный возврат на капитал. Таким образом, мы сразу отсекаем какое-то множество серьезных инвестиционных проектов. И так во всем. Мне кажется, это вот главное – обеспечить последовательность реализации принципов экономической политики на практике. Спасибо. Алексей Ильич, спасибо большое. Я хочу сказать, что это достаточно самокритичное выступление министра экономики, которое не потребует, я думаю, комментариев с моей стороны, со стороны экспертов. Коллеги, есть кто-то, кто хочет что-то сказать на эту тему? Если нет, то я думаю, что самый
важной частью является вторая наша составляющая. Действительно, в ролике прозвучали вопросы, связанные с теми, которые сегодня стоят на повестке дня. Что нужно делать? Я, как один из экспертов, который не участвовал в опросах, могу сказать, мне экономическая политика правительства до конца непонятна. Мне непонятна экономическая политика не только в ее провозглашенном виде, но и в ее проводимом, а тем более то, о чем сказал Алексей Валентинович, есть еще и большой разрыв между тем, что декларируется, и тем, что имплементируется. Но что, наверное, неизбежно, любое государство не может имплементировать свои планы на 100%, но, наверное, в зависимости от того, насколько узок гэп между декларацией и имплементацией политики, от этого зависит эффективность правительства соответствующего. Но произошли драматические изменения в последнее время. Первое. Драматическое падение темпов экономического роста. Если мы говорили о том, что темпы экономического роста в этом году будут порядка 3,5-4%, затем порядка 1,5%, сейчас мы говорим о том, что экономический рост будет от минус 0,5 до плюс 0,5 процентных пунктов в этом году. То есть находится в рамках примерно где-то статистической погрешности. Но очевидно, что мы столкнемся со стагнацией в этом году. Второе. В последние месяцы очень резко изменилась и международная политическая ситуация, международная экономическая ситуация. Украинская ситуация оказала на нас значительно большее влияние, чем мы могли, наверное, предполагать в начале этого украинского кризиса. И сегодня мы видим, что очень многие, казалось бы, незыблемыми ранее принципы, как и проведение экономической политики, так и международных отношений, казались поколебленными. Мы видим очень много новых идей, которые высказываются с разных сторон в отношении того, что нужно теперь идти не на Запад, а на Восток, в отношении того, что нужно теперь поддерживать крупные корпорации, что нужно больше инвестировать государству, что нужно выращивать национальных чемпионов, что инновационную политику нужно поменять на промышленную политику и так далее, и так далее. В этом огромном спектре мнений очень тяжело сориентироваться и, в конце концов, понять, какова же точка зрения экспертов и правительства раз, и, в конце концов, как нам нужно поменять направление экономической политики в России для того, чтобы достичь успеха, для того, чтобы возобновить приемлемые для России темпы экономического роста, которые считалось, что более-менее приемлемым там просто является на уровне 5-6%, не ниже. И как сделать так, чтобы возобновить приток инвестиций в нашу страну. В этом году за 4 месяца мы имеем рекордный отток инвестиций свыше 65 миллиардов долларов. Как возобновить инвестиции в основной капитал? Минус 4,5% за 4 месяца. Я не помню, когда такой результат был в период моей работы, 15-летней работы за последние годы. И, конечно, это все очень серьезные факторы, которые заставляют задуматься, что нам нужно сделать. И первый вопрос, который я адресую Сергеевичу Глазеву, я, готовясь к этой сессии, прочитал целый ряд и интервью, и работ Сергея Юрьевича, которые направлены как раз на то, что у него есть своя точка зрения, как нужно изменить экономическую политику правительства России для того, чтобы быть наиболее успешными. Спасибо, Герман Оскарович. Я скажу, может быть, вначале банальную вещь, но она выглядит как неразрешимая проблема. Первое, что нужно сделать, это во всей нашей системе управления и государственной, и частной поднять ответственность. Ответственность лиц, которые распоряжаются ресурсами, принимают решения и как-то эту политику формируют своими действиями во всех сферах нашей жизни. Ну, Алексей Улюкаев уже сегодня прокомментировал только что проблему несоответствия целей и действий. И возникает вопрос. В первую очередь для системы госуправления. Если цели поставлены, конечно, каждый чиновник должен отвечать за их достижение. Скажем, если поставлена цель президентом по индикаторам роста производительности труда, количеству высококвалифицированных рабочих мест и так далее, эти цели должны быть развернуты в соответствии с общей логикой системы управления, соответствующие меры, инвестиции и так далее. В госсекторе. Действительно, 50%
экономики сегодня госсектор. Много или это мало? Вопрос не в этом. Вопрос в эффективности, как он работает. Если в частном секторе собственник ставит какие-то планы и задачи, утверждает бизнес-планы, отвечает за привлечение инвестиций, доверяет, делегирует менеджменту возможность принимать решения в рамках определенных условий, то и государство, как собственник, тоже должно ставить цели, планы, задачи. И госсектор без каких-то плановых индикаторов, без показателей, по которым может оцениваться работа госкорпораций, или госфондов, тех же венчурных компаний, которые нам нужны для инноваций, тоже работать эффективно не может. Когда и так мало денег, они выделяются, скажем, для финансирования инноваций, и они не тратятся, а размещаются на депозитах. Это пример, когда люди, назначенные в госсекторе за управление, не понимают, что им нужно делать, потому что над ними ничего не капает, как говорится. Над ними нет системы показателей, будь то хотя бы индикативного планирования, по которым с них должны спросить. Наконец, частный сектор. Когда мы предлагаем меры по расширению кредита в экономике, по снижению процентных ставок, по расширению инструментов рефинансирования, нам говорят, деньги украдут. Я говорю, как так? Даже в госбанках украдут, даже, говорят, там украдут. Но это же не разговор. Значит, частный сектор тоже нуждается в определенной системе ответственности. Я никогда не поверю в то, что крупный банк, который регулируется большим количеством нормативов со стороны ЦБ, значит, может так взять и украсть деньги, которые получил по схеме рефинансирования под какие-то задачи, под спрос на эти деньги со стороны производственных предприятий и тому подобное. Поэтому первое, что нам необходимо сделать, это кардинально поднять систему ответственности во всех контурах управления. Те цели, которые поставил президент в своих статьях известных и указах от 12 мая позапрошлого года, по нашим оценкам предполагают выход на темпы роста не менее 6%. Возможно достичь таких темпов роста в российской экономике? Я отвечаю, что да, возможно. У нас нет ограничений по производственным мощностям. Порядка 30% производственных мощностей простаивает в среднем. У нас нет ограничений по трудовым ресурсам. На многих предприятиях избыточная занятость вследствие низкой производительности труда. Уж у нас точно нет ограничений по природным ресурсам. И у нас нет ограничений по человеческому капиталу, судя по тому, сколько наших специалистов работает в Силиконовой долине и в других местах сосредоточения хай-тека в мире. У нас есть ограничения по финансам. И это парадоксальная вещь. Страна, которая имеет сегодня положительное сальдо в торговом балансе под 200 миллиардов долларов, длительное время является донором мировой экономики. Примерно по 100 миллиардов долларов трансфер ежегодно идет в мировую экономику от нас, не может организовать у себя длинный кредит. И не просто не может, а вообще даже этим не занимается. Поэтому, когда мы сравниваем ситуацию в Германии, например, даже российский бизнесмен может взять в лизинг оборудование под 0,5% годовых на 10 лет, а у нас просто такого инструмента нет в природе. Ни 10-летних кредитов, ни таких процентных ставок, ни таких механизмов. Условия работы по финансовым ресурсам хуже в 10 раз, даже в 100 раз, на два порядка. Для того, чтобы организовать кредит, не нужно изобретать велосипед. Можно воспользоваться и европейским послевоенным опытом рефинансирования коммерческих банков под обязательства производственных предприятий, воспользоваться японским опытом кредитования через банки развития, китайским современным и так далее, и так далее. Но все эти инструменты требуют очень высокой ответственности в управлении деньгами. И последнее, о чем я хочу сказать. Мы уже устали говорить про инновации, про научно-технический прогресс, который является основой повышения конкурентоспособности и современного экономического роста. Но есть сегодня очень серьезная специфика, которая заключается в том, что мировая экономика находится в больших структурных ловушках. Мы сегодня наблюдаем колоссальные структурные изменения, когда по сложившимся технологическим траекториям определились пределы роста. Мир переходит к новому технологическому укладу. Это колоссальные структурные перемены, которые требуют очень серьезных усилий, в том числе со стороны государства. Это время неопределенности, которое нужно снимать через субсидирование неокров. Это и через льготную амортизацию. У нас резервы здесь огромные, до 5 триллионов рублей. У нас сегодня может быть через амортизацию запущено в инвестиции.
Это период неравновесности. Для перехода к новому технологическому укладу требуются большие инвестиции. Норма накопления должна быть повышена как минимум в 1,5 раза. И такие возможности у нас с точки зрения нормы сбережения есть. И это фактор большущей неопределенности и неравномерности. Новый технологический уклад растет с темпом 35% в год. И очень важно понимать, где эти точки роста, и здесь без стратегического планирования, увязанного с институтами развития и с системой гибкого, дешевого, долгосрочного кредита, нам не обойтись. Сергей Ильич, спасибо большое. Я о чем хотел бы просить коллег. Знаете, есть такой старый анекдот про двух физиков, которые сидят в баре. Они хорошенько выпили, мимо них идет симпатичная девушка, и один другому говорит: посмотри, какое интересное сочетание атомов движется. Вот иногда разговоры экономистов мне напоминают подобного рода вещи, чтобы не переходили совсем на профессиональную терминологию, чтобы мы были понятны еще окружающим. Слово «монетарная политика» или «стерилизация» лучше не использовать, потому что не все понимают, что это такое. Итак, Сергей Ильич, я записал 5 тезисов. Первое – это поднять ответственность. Вы считаете, что это вопрос номер один. То есть я перевожу это – поднять эффективность работы государственных органов, да, всех государственных органов. Не только государственных, но и частных тоже. Понимаете, когда у и нас… И корпоративное управление, да? Когда у нас возникла офшорная экономика, через которую качается 85% инвестиций, это тоже вопрос ответственности частного бизнеса за соблюдение правил регулирования, за уплату налогов и так далее. Соблюдение ответственности частным бизнесом – это все-таки опять вопрос эффективности органов госвласти. Либо правильно, правила неэффективны, либо органы, следящие за этими правилами, неэффективны. Как вы посоветовали просто… Ну, воровать не надо, одним словом. Вот и все. И обманывать не надо государство. Окей. Понимаете, я пример приведу. Это очень важный момент. Вы помните, когда в ситуации кризиса финансового 3 года назад государство открыло печатный, запустило печатный станок и проимитировали там порядка 2 триллионов рублей на антикризисные меры. Значит, банкирам сказали, мы даем деньги не на спасение банков, мы даем деньги для того, чтобы банки сохранились, но при этом деньги должны быть доведены до реального сектора. В итоге мы получили падение машиностроения на 40%, потому что не были не доведены до реального сектора. А банки, сыграв на падение курса рубля, на валютных спекуляциях получили около 300 миллиардов рублей прибыли. Вот о чем идет речь. Если мы договариваемся работать по какому-то стратегическому плану, каждый должен отвечать за свою часть. Окей, Сергей Ильич, я про банки оставлю ремарку в стороне. Итак, поднять ответственность и корпоративного, и государственного сектора. Да? Дальше, планы для госкорпораций, отдельно госкорпорации, поднять ответственность и эффективность госкорпораций. Третье, это изменить монетарную политику. Это отдельная тема, думаю, что стоит, наверное, о ней поговорить. Слово «монетарная политика» меняем на денежную. Снизить ставки по кредитам. И новый технологический уклад – это тоже такая штука. Я думаю, что лучше оставим этот термин в покое, потому что новый технологический уклад, постиндустриальная или индустриальная революция – это очень такая специальная тема. Давайте попробуем как-то более-менее понятным языком все-таки сказать, что мы имеем в виду под новым технологическим укладом. Я поясню, Герман Скульевич. Значит, это всем уже хорошо, я думаю, в зале известно. Комплекс технологий, которые сегодня поднимают экономику, информационно-коммуникационные, биоинжиниринговые и нанотехнологии, растет с темпом 35% в год. Это так же, как 50 лет назад, в период предыдущей структурной перестройки, возник комплекс информационно-коммуникационных технологий, который рос 20 лет с темпом 25% в год, выступая локомотивом экономического роста. Так вот, если мы не будем об этом говорить и как-то оставим в покое, то, я боюсь, жизнь нас оставит покойниками, если мы этого не будем делать. Анатолий Борисович сидит, живое свидетельство того, что правительство не только говорит, но и что-то делает в этом направлении. Да? Все-таки мы говорим о том, что нужно изменить. Правительство очень много на эту тему говорит. Что нужно изменить для того, чтобы этот новый технологический уклад возник? Потому что говорить финансировать нужно. Финансировать. Окей. Все вопросы к Антону Германовичу тогда. Хорошо. Спасибо большое. Тогда я попрошу выступить моего коллегу Владимира Ивановича Якунина на тему того, все-таки, что нужно изменить в экономической политике государства для того, чтобы
и адекватно ответить на те вызовы, которые стоят сегодня перед нами, раз, и для того, чтобы возобновить темпы экономического роста. Хорошо. Ну, прежде всего, уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, признаком хорошего корпоративного управления является то, что все члены совета директоров застрахованы от возможного нанесения неправильными решениями своими компаниями. Я должен признать, Германович, что я не успел застраховаться от того ущерба, который я неизбежно понесу, имея рядом с собой двух министров, с которыми мы постоянно дискутируем относительно того, куда нужно инвестировать деньги, а куда не нужно инвестировать деньги. Это первое. Второе, на этом подиуме присутствует как минимум два человека из трех, которые самым непосредственным образом определили мою жизнь. Один из них – это Василий Леонидович Кудрин, который в бытность министром финансов, доведенный до исступления моей несговорчивостью по этим же вопросам, произнес фразу: «Володь, ну что ты со мной споришь? Ну ты понимаешь в железнодорожном транспорте, ты этим и занимайся. Я профессор, я лекции читаю, мне пришлось защитить кандидатскую диссертацию». А второй – это был Герман Оскарович, который, по-моему, в 2001 году на мой вопрос, когда он, будучи министром экономического развития, представил первый концепт социально-экономической политики, на мой вопрос относительно того, а почему в этом концепте отсутствует промышленная политика, снисходя к моему убожеству, сказал, что, Володя, ну какая может быть промышленная политика в постиндустриальном обществе. Тогда термин «постиндустриальное общество», по всей видимости, всеми присутствующими понимался еще лучше, чем термин «стерилизация». Это вступление. Это вступление, если говорить по-серьезному, то мне кажется, что я бы подписался и под тем, о чем говорил Алексей Валентинович с точки зрения его взгляда министра экономического развития, о том, о чем говорил Сергей Глазьев. И вот на ваш вопрос, Герман Ильич, а что означает, значит, повысить ответственность? Мне кажется, что мы сегодня рядом с предложением о активном инвестировании в инфраструктуру, что стало уже общим пониманием с точки зрения того, как преодолевать последствия экономического кризиса, поставили на первое место культуру и образование, потому что ответственность – это не милиционер за спиной, который придет и прихватит, если кто-то что-то утаскивает. Ответственность – это культура, это понимание своего места и того, что вот человек делает. Мне кажется, что даже на экономическом форуме мы не можем не говорить о необходимости пересмотреть свое отношение концептом образования, концептом культуры, потому что в результате человек, который возглавляет компанию, или возглавляет правительство, или возглавляет министерство, это прежде всего человек с определенной системой взглядов и подходов. И если нам сегодня говорят, что нам нужно переформатировать сознание нашего человека и запретить ему читать в детстве детские сказки, потому что русские, потому что они его не к тому ориентируют, то я соглашусь только в одном. Нам нужно реформировать сознание с точки зрения воспитания ответственных и дееспособных людей. Вот это да, это правильно. И при этом, значит, сказка про Емелю совершенно не демотивирует человека на активный труд. Можете посмотреть на меня, я не самый, может быть, в этом хороший пример, но, значит, сказки русские любил, люблю и детям, и внукам своим читаю. Следующее. Мне кажется, что мы очень много говорим о том, а что делать. Но для того, чтобы понять, что делать, я считаю, что нам нужно провести определенную, даже не работу над ошибками, а нам надо признать, что мы делали не так или в чем была ошибка нашего изначального концепта. Вы помните теорию, за 500 дней мы должны были полностью реформироваться и стать очень успешными. Потом были другие концепты. Я напомню вам, что было письмо 9 лауреатов Нобелевской премии Горбачеву и Ельцину, предостерегающего именно от того, что мы потом делали. Только один Нобелевский лауреат поддержал то, что было предложено, и в результате трижды изменял свое мнение. Это господин Фридман. Значит, надо сделать выводы о том, что пошло не так. А пошло не так то, что мы, уверовав в абсолют рыночной стихии, забыли о том, что человек – это прежде всего существо социальное. И поэтому, как писали нобелевские лауреаты, не должны были забыть о необходимости тогда выполнения социальных обязательств государства. Второе,
Мы могли бы сейчас на примере решения Международного валютного фонда, который признал в прошлом году целесообразность использования бюджетных средств для инвестирования таких проектов, как инфраструктура, хотя до этого категорически отказывал в таком подходе, что, наверное, и здесь у нас есть шансы сказать свое веское слово, тем более имея в виду физическое, географическое положение нашей страны с точки зрения возможности создания глобального трансевразийского транспортного коридора. Здесь сидят в том числе и мои коллеги-железнодорожники из Казахстана. Мне кажется, что очень важным является также и работа по реальному созданию системы дихотомии государства и общества, бизнес и общество, бизнес и государство. У нас очень много говорится о государственно-частном партнерстве, но это сотрудничество, оно выглядит весьма односторонним, потому что как только ты пытаешься убедить государство в своих взглядах, включается режим административного отношения. Есть задача, и эту задачу нужно решить. А кто потом несет ответственность за результаты этой задачи? Это второй вопрос. У нас была, например, очень жаркая дискуссия с присутствующими здесь уважаемыми мною министрами относительно того, какие результаты будут замораживания инфраструктурного тарифа. Мы приводили аналитические расчеты, показывающие, что в нынешних условиях это не приведет к активизации инвестирования частного капитала, но может самым негативным образом сказаться на компании. Результат оказался в нашу пользу. Но от этого ровно ничего не изменится. Если у нас не будут включены механизмы именно правильного элемента общения органов гражданского общества с государством, когда, как, например, в Германии, ни один закон, который влияет на экономику, не может быть принят без чистилища рассмотрения в этих элементах, в этих структурах гражданского общества. И еще одно. Вы мне махните, когда нужно остановиться, Герман Васильевич, я могу долго говорить. Самое главное, Владимир Владимирович, что нужно изменить? Вот смотрите. Детские сказки, русские народные сказки по утрам читать, это мы уже услышали. Значит, но вы услышали то, что вы хотите услышать. А я говорю о том, что нельзя насиловать ментальность целого общества, будь то экономические реформы или социальные преобразования. Я думаю, что слово «насилие» все здесь хорошо понимают. С точки зрения того, что еще можно было бы и нужно было бы сделать, я считаю, что нам нужно было бы добиться, например, чтобы категорически было запрещено любое контролирование, проверки малого бизнеса на протяжении, ну не знаю, там, 5 лет, по крайней мере, после того, как они создали. Они еще ничего не начали делать, но их уже начинают все контролировать. И мы говорим, что мы создаем условия для развития малого и среднего бизнеса. И я считаю, что не могут возникать такие законы, которые отвращают наших граждан, которые живут, например, за рубежом, от того, чтобы они работали с нашей страной. Ну, посмотрите, сегодня принимается, есть толкование Минфина относительно того, кто является валютным резидентом. Если человек, постоянно проживающий, российский гражданин, за рубежом, на один день приезжает в Россию, он становится валютным резидентом России. Мы чего хотим добиться? Чтобы они перестали к нам ездить совсем, что ли? Я считаю, что я не понимаю, когда такие решения принимаются. Опять-таки, необходима общественная экспертиза для того, чтобы можно было не допускать таких решений. И, если позволите, наверное, последнее. Сегодня очень много говорится, что вот, и я согласен с ними, с нами неправильно и несправедливо обращаются, на нас санкции накладывают. Я вообще считаю, что это абсолютно вещь несерьезная и просто недостойная государственной политики. Хотя сейчас в кулуарах встречался с одним очень крупным испанцем, и он мне рассказывал, что каждая испанская компания получила соответствующий звонок, письмо, значит, из американского посольства, предостерегающего против поездки на этот экономический форум. При этом было сказано, что вы можете, конечно, не воспользоваться нашим советом, но тогда может оказаться так, что последствия могут вас тоже несколько расстроить. Нам не надо, значит, переворачивать вектор нашего сотрудничества с Запада на Восток или с Востока на Азию. Мы должны продолжать действительно реализовывать
промышленную политику, экономическую политику, но в понятном и в понятных пределах и в понятном смысле. Я согласен с вами, Герман Оскарович, я не очень тоже понимаю, что у нас сегодня называется экономической политикой. Потому что если экономическая политика исчисляется только процентом роста ВВП, то я считаю, что это неправильно. Это противоречит моим научным взглядам. А вот если речь идет о том, что это сопровождается развитием экономики, развитием общества, и в конечном итоге ведет к повышению благосостояния народа, о чем все много говорят, вот тогда такую политику я понимаю. Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович. Коллеги, если можно, я все-таки дам слово Алексею Ильичу Кудрину. Владимир Иванович сказал, что он не застраховался, но он очень хорошо застраховался, я полностью вас поддерживаю. Правильно критиковать прошлого министра экономики, министра финансов, нежели сидящих рядом действующих. Это лучшая страховка. Если вы не застраховали свою ответственность, то лучше так и действуйте. Всем совет даю такой. Пожалуйста. Алексей Ильич, зачем вы не давали Владимиру Ивановичу показать чудеса эффективности на железных дорогах? Из-за вас мы едем со скоростью 13 км в час до сих по сей день. Кто вам это сказал? Ну не повторяйте вы ерунду, нету такой скорости. Это ошибка, за которую уже заместитель председателя правительства извинился. Ему подсунули неправильную информацию. Вы ее повторяете. Ну, нехорошо. Вы же сказали, что вы эксперт в этой области. Ну. Не 13 км в час. Почему едет железная дорога? Спасибо. Я скорее согласен с тем, что экономическая политика должна быть более понятной. И у нас это сейчас одна из основных проблем о ясности ориентиров, принципов политики, которая будет проводиться в ближайшие годы, причем влияет не только вся предыдущая история, когда мы были очень зависимы от нефти и должны изменить эту зависимость, уйти от нее, нужно определиться, как мы от нее будем уходить, но также сейчас влияет и события на Украине, и санкции, которые к нам определены, которые на нас распространяются, и прозвучавшие тезисы о том, что, может быть, нам нужно в чем-то дистанцироваться от западной экономики, может быть, нам нужно сократить валютные расчеты, может быть, нам нужно валютные контроли, ограничения движения капитала ввести и так далее. То есть это вот эти разговоры сейчас существенно действительно подорвали понимание того, что же будет делать правительство, по каким принципам оно будет жить, поскольку это влияет на бизнес и на эффективность бизнеса, на инвестиции сюда как иностранцев, так и российские компании, на возможность репатриировать свою выручку, на курс будет влиять. Все элементы вдруг стали неопределенными. Это поэтому сегодня мы ждем от правительства таких более четких сигналов, но даже не только от правительства, но и от президента. Я надеюсь, что завтра мы какие-то эти ответы услышим. Второе. Что является главной нашей проблемой? Бюджет увеличился за примерно 11 лет, с 2000 по 2011 год, в 4 раза в номинальном выражении. В номинальном больше, примерно в 4 раза, в 3,9 в реальном выражении. То есть мы стали больше в реальном выражении покупать услуг, инвестировать, создавать других благ в 4. Но не так уж серьезно мы почувствовали это на улучшение качества услуг в здравоохранении, образовании. В одной из статей Антон Германович Силуанов обратил внимание на то, что в 2 раза увеличилось в реальном выражении строительство дорог, а количество дорог не увеличилось. То есть финансирование было больше, чем мы получили в результате результат. И мне казалось, все-таки дело не в финансах оказалось. Финансы оказались не очень эффективными. У нас капитализация, кстати, нашего рынка увеличилась примерно с 200 миллиардов долларов до триллион, примерно 300 в пик. То есть мы существенно увеличили капитализацию российской экономики. Активы банков увеличились в десятки раз, то есть их возможность кредитовать экономику. Так а что же получилось? Почему мы
не удовлетворены теми темпами роста, которые были до кризиса примерно 7%. Почему у нас отдельные секторы, такие как машиностроение, не получали достаточной поддержки в виде долгосрочного дешевого кредита? И здесь, например, Сергей Глазик говорит, дело было все-таки не в других проблемах, а все-таки в финансировании. Но я поспорю в чем? В том, что у нас наравне со всеми этими увеличением финансирования, которое осуществлялось, у нас оказалась эффективность этих расходов и инвестиций очень низкая. Она в том числе, она была, кстати, выше в частном секторе, там, где были частные инвестиции. Но один из тезисов, который прозвучал, говорит о том, что у нас такие большие валютные доходы страны, а мы не можем найти финансирование, и особенно сейчас финансирование каких-то программ реального сектора может расширить государственные инвестиции. Я приведу просто пример. Дело в том, что когда мы получаем валютные доходы, экспортеры российские, компании получают валютные доходы, чтобы дальше осуществлять свою деятельность на территории России, они продают эту валютную выручку. Эта валютная выручка поступает на рынок. И если денежная масса растет в соответствии с потребностями рублевой массы экономики, то при таком увеличении объемов продажи валюты на рынке идет укрепление национальной валюты. У нас когда-то был 30 рублей за доллар, потом был 24. Это укрепление в номинальном выражении национальной валюты. И импорт стал дешевле. Всю эту валютную выручку получали и покупали те, кто завозил импорт. Поэтому все вываливание валюты на рынок приводило к укреплению, приводило к увеличению импорта. И поэтому, если мы в 2000 году импортировали в Россию 50 миллиардов долларов, то в прошлом году импортировали 350 миллиардов долларов товаров и еще на 100 миллиардов долларов услуг. Поэтому вот куда уходит валютная выручка. Поэтому, когда вы хотите говорить об увеличении финансирования внутренней экономики, то нужно говорить о потребностях экономики в рублевом кредитовании. И в том числе здесь будет вопрос о цене. Но ваш аргумент о том, что раз мы получаем столько миллиардов долларов, давайте мы ими же и профинансируем, это будет только означать увеличение предложения валюты на рынке, укрепление рубля и завоз еще больше на эти доллары импорта. Вот куда уходит эта валюта. Баланс точно показывает, где эта валюта. Она вся ушла в импорт. Алексей Ильич, все-таки что нужно изменить? Это ключевой вопрос, коллеги. Я очень прошу вас на этом сосредоточиться. Что нужно изменить в текущей политике? В связи с тем, что темпы роста у нас стремятся к нулю, в связи с тем, что у нас изменилась внешняя ситуация, изменилась макроэкономическая ситуация. Герман Ильич, вы сами дали первое слово Глазеву, тем самым нас уже поставили в положение необходимости вот такой полемики. Но у нас никуда не делся плохой инвестиционный климат. И наши последние позиции в мировых рейтингах по защите прав собственности, по качеству государственного управления, по коррупции, они никуда не делись. У нас давление правоохранительных органов на бизнес. То есть улучшать инвестиционный климат? Улучшать инвестиционный климат, только я начал только часть этого. Конечно, к этой части относится и рост инвестиций в инфраструктуру. Нам раза в три надо нарастить государству. Но тогда меньше и аккуратнее финансировать социальные расходы. Я говорил, что оборонные расходы, а нам заморозят реальные возможности увеличивать финансирование сферы инфраструктуры. Даже Швеция решила построить две подводные лодки и купить три самолета. Вы нам предлагаете заморозить оборонные расходы? Я не предлагаю заморозить оборонные расходы, но я предлагал, чтобы они нарастали не в 4 раза в течение 4-5 лет, в 4 раза. А чтобы они нарастали хотя бы в 1,5-2 раза. Поэтому этот шаг, он действительно затормозил и отвлек средства от других направлений, в том числе развития инфраструктуры. А желание подождать с повышением пенсионного возраста уже привело к повышению тарифов страховых взносов недавно, в 2010-2011 году. Увеличила дефицит пенсионной системы, и теперь мы из бюджета вместо строительства дорог финансируем
на дефицит пенсионной системы. И я вас могу, к сожалению, еще даже, то есть добавить к этому, что в ближайшие годы мы вынуждены будем, если не поднимем пенсионный возраст, повышать страховые взносы. То есть не мы, а то правительство, которое, по-видимому, будет. Или снова увеличить финансирование из бюджета и уменьшит опять финансирование других программ. Структура бюджета сегодня не соответствует задачам поддержки экономического роста. Таким образом, и институциональные преобразования, и более рациональное использование государственных тех доходов, которые сегодня существуют, могут существенно поднять, простимулировать экономический рост. Спасибо большое. Герман Оскарович, я хочу реплику одну. Поскольку Алексей Леонидович меня слегка передернул, Владимир Владимирович, я хочу, чтобы это было понятно. Я не предлагаю потратить 200 миллиардов долларов нашего позитивного торгового баланса для целей поддержки экономического роста через рост импорта. Хотя импорт технологий нам был бы весьма, так сказать, полезен. Я говорю о том, что нужно переходить от внешних источников кредита, на которых жила наша экономика за счет потока экспортной выручки от нефти и газа и так далее, на внутренние источники кредита. Вот в чем суть вопроса. Потому что тот экономический рост, который был до кризиса, он основывался на том, что мы экспортировали нефть, пользуясь повышением цен. Под это дело валютная выручка поступала в страну, финансировали импорт, и под это же получали там кредиты за границей. И доля иностранных источников кредитования экономики была около 70%, что мы прекрасно почувствовали, когда капитал начал уходить, и все начало проседать, в том числе капитализация в 4 раза провалилась. Вот эта модель, она себя полностью исчерпала. На ней мы уже никакого прироста экономики не получим. Поэтому нужно уходить больше на внутренние источники кредита, что предполагает существенное изменение экономической политики. Здесь окей. Нужна справка. Сейчас. Дело в том, что у нас инвестиции в основные фонды в экономике равняются примерно 20-21% ВВП. Из них за счет иностранных инвестиций всего 3%. Все остальное – это внутренние источники, это сбережения. Окей. Сейчас, коллеги, тогда есть в экономике, которые транслируются в инвестиции. Есть предложение на этом остановиться. Сергей Юрьевич. Давайте опустим эту тему. Действительно, 70% с иностранными инвестициями чуть перебрали. Не иностранные инвестиции, говорю про кредит. И 70% кредит кредита формировалось в экономике за счет притока иностранных денег. Остановимся на том, что хватит брать деньги у... Кто здесь есть? У JP Morgan. Надо брать деньги у Сбербанка. С этим мы все согласны. Один вопрос задать. Да, пожалуйста. Алексей Леонидович, можно я один вопрос в развитии вашей мысли задам? Старый вопрос, который мы с вами тоже обсуждали. Вы по-прежнему придерживаетесь мнения, что инвестирование инфраструктуры, точно так же, как и рост денежной массы в рознице, ведет к инфляции? Если эти деньги увеличиваются за счет печатного станка, то да. Дело в том, что если вы берете деньги из резервного фонда, ну, в те годы, когда сформировался резервный фонд, а они были в долларах, и меняете в рубли в Центральном банке, что тогда и происходило, это было чистое увеличение денежной массы, которое приводило к инфляции. В этом смысле такого рода деньги, которые увеличивают деньги в экономике, приводило к инфляции, независимо от того, это на инфраструктуру идет или на зарплату. Просто лаг влияния на инфляцию был больше. Анатолий Ильич, пожалуйста. Ну, мне кажется, что Герман Ильич ключевой вопрос поставил абсолютно точно. Ситуация изменилась. Изменилась более чем радикально. Помимо всего анализа темпов роста ВВП, для меня даже более важно другое, как Владимир Иванович сказал. Для меня вот что важно. Примерно лет 10 Россия приближалась к передовым странам мира по уровню жизни. Последние 2-3 года Россия отдаляется. Это означает, что если мы сохраним такую динамику дальше, мы будем все больше, больше, больше и больше отставать от развитого мира. Это, в моем понимании, катастрофический тренд, который мы обязаны переломить любыми способами. Это означает, что не реагировать на него нельзя, это означает, что нам нужны достаточно серьезные изменения в экономической политике, с моей точки зрения. Если совсем кратко, в чем они могут состоять, а в чем они не должны состоять? Ну, давайте для простоты разделим экономическую политику на две части. Вот если Герман Ильич не будет ругаться за термины,
Одна часть, половинка – это макроэкономика, бюджет, финансы, инфляция. А другая часть – это институты. В первой части, как мне кажется, нужен существенно обновленный подход к текущей ситуации. Кудрин 10 лет накапливал резервы. Много раз за это обруган, проклят, раскритикован, а не накоплены. Мы копили для чего? Я знаю, что ответ на этот вопрос не очень прост. Я знаю, что даже среди моих единомышленников на этот счет существуют прямо противоположные ответы. Но я считаю, что это серьезный вопрос, ответ на который нужно серьезно прорабатывать и продумывать в этой принципиально новой ситуации, в которой мы все оказались. Таким образом, в моем понимании, в макроэкономике нужны изменения, содержание которых нужно очень тщательно продумать и взвешивать. Но я настаиваю на том, что изменения, с моей точки зрения, естественно, в этой сфере необходимы. Правда, в этой же сфере есть вещи, которые, как мне кажется, находятся за пределами разума. Когда я читаю предложение о прекращении экспорта золота, о продаже облигаций стран НАТО, о переводе счетов в долларах из стран НАТО в нейтральные, о возвращении всех принадлежащих государству ценностей, драгметаллов и так далее в Россию. Эти предложения, как мне кажется, из серии «На зло бабушке отморожу уши». Бабушка, конечно, расстроится, но как-то все-таки мне уши жалко. Мне кажется, что даже в изменении макроэкономических параметров не надо пытаться самим себе навредить. У нас и так достаточно тех, кто нам хочет навредить. А теперь вторая половина – институты. Что здесь можно делать и чего здесь нельзя делать? Совершенно ясно, что у нас для любого бизнеса сегодня, или государственного, для частного, существенно осложнилась среда. Сущая для любого. Владимир Иванович, думаю, согласится. Я могу по Роснано сказать, хотя мы представляем государственные компании, любая частная компания согласится с этим. Что это означает? Это означает, что мы должны своими институциональными мерами стараться помочь бизнесу или уж, по крайней мере, не мешать ему дополнительно. Сергей Юрьевич изложил целую программу действий, в общем, осмысленную, сердцевиной которой или началом которой, как он сам сказал, является усиление государственного контроля за частными компаниями, за государственными компаниями. Усиление государственного контроля, которое, как мы понимаем, трезво стоя на земле, означает дополнительные контрольные органы, дополнительные полномочия, увеличение количества проверок. Надо продолжать. Я категорически против. Считаю, что это самоубийственная мера на этом этапе. Считаю, если мы хотим навредить России, ровно это мы и должны делать. Ничего более вредного, чем усиление контроля сейчас. Мы понимаем, что такое в России усиление контроля. Кому-то надо объяснить из присутствующих, сколько стоит усиление контроля для бизнеса? Нет, не надо? Спасибо. Значит, проехали. Эта тема, мне кажется, находится за пределами содержательной дискуссии. Вместе с тем, у Сергея Ильича есть совершенно здравое предложение. Со многими я совершенно согласен. Самое ценное из его предложений – это поддержка нанотехнологий. Здесь, я считаю, абсолютно прав Глазев, полностью согласен. Не удержусь от маленькой реплики. Это любимый полемический прием Анатолия Борисовича. Сначала приписать оппоненту термин, который он не употреблял, и затем его с пролетарской ненавистью, или с капиталистической ненавистью разгромить. Я слово «усиление контроля» не произносил, замечу. Я говорил об ответственности людей, работающих в системе управления. От того, что к вам придет чиновник 10 раз больше раз и больше затребует денег, это не означает усиление ответственности. Наоборот, это следствие безответственности. Я как раз сторонник, между прочим, резкого сокращения госаппарата, потому что чем больше госаппарата, тем больше как раз безответственности и круговой поруки. Так что Сергей Ильич, как минимум первое. Есть другая точка зрения на эту тему. Говорят, знаете, есть закон перехода количества в качество. Но если у нас аппарат еще недостаточно качественный, может, его еще недостаточно, нужно увеличить. Так я же наоборот говорю, что нужно сокращать. Сокращать, причем в разы. Сергей Ильич, если можно, я вам дам слово для ремарки. Может быть, потому что у нас много спикеров. Уважаемые коллеги, Сергей Ильич, я могу вам сейчас слово дать или после того, как вам удобнее? Можете вообще не давать. Я просто так посижу. Тогда, Алексей Ильич, я понял вашу реплику так что вам лучше, безопаснее вам давать слово и сейчас, и потом. Спасибо. Значит, я сижу, думаю, все-таки хорошо быть бывшим министром. Во-первых, дает неограниченное время высказываться. И оправдываться особенно не надо. А с другой стороны, хорошо быть нынешним. Потому что Владимир Иванович не резко критикует. И потом любой нынешний, он же обязательно станет бывшим. И тогда ему дадут время высказываться сколько угодно.
Значит, теперь смотрите, вот наша тема сегодняшняя называется «Новая конкурентоспособность». Это означает, что была какая-то старая, и она закончилась. Вот я так понимаю, что конкурентоспособность, она всегда бывает одна и та же. Вот свежесть первая, она же последняя. Ну, то есть это относительно низкие издержки производства, обращения, дистрибуции. Если у вас дешевые рабочие силы, низкая себестоимость, но очень большие транспортные издержки, вы не конкурентоспособны. Если у вас дорогая рабочая сила, вы тоже не конкурентоспособны. И у вас, если у вас все дешевое, вы конкурентоспособны. Если у вас все дорогое, вы точно не конкурентоспособны. Мы утратили управление издержками, и вот то, что вот Владимир Иванович тут критиковал, вот взяли и заморозили тарифы, это ведь не для того, чтобы сделать больно железнодорожникам. Это для того, чтобы в условиях спада все те, которые получают услугу от них, смогли немножечко подышать. Это не означает, что тот финансовый ресурс, который они получили, они потратят на инвестиции. Это наша задача. Вот у нас с Антоном Германовичем задача помочь им принять решение об инвестициях. Они могут его не принять, но, по крайней мере, они не исчезнут с рынка. По крайней мере, это не будут экономические права. Поэтому здесь вот это распределение бремени в случае снижения экономического роста, это очень, очень, мне кажется, важная вещь. Теперь, мне кажется, вообще говоря, вот все, что происходит в экономике, это набор инвестиционных проектов. Если вы инвестируете деньги, там, не знаю, в фонд национального благосостояния, вы принимаете риски. Если не инвестируете, вы тоже принимаете риски. Бюджетная политика – это принятие или непринятие рисков. Принятие нормативных актов относительно бизнеса – это тоже принятие или непринятие рисков. Точнее говоря, это принятие рисков в разных формах. Что нужно для реализации инвестиционного проекта, вот в широком смысле этого слова? Ну да, возврат на капитал, доходность какая-то разумная, которая связана с издержками, и риски. Любые риски, начиная от рисков рыночных, валютных и так далее, кончая рисками собственной безопасности. Почему чиновник не спешит принять очевидно правильное решение в пользу бизнеса? Потому что он знает по собственному опыту или опыту своих товарищей, что приняв решение в пользу бизнеса, это решение будет оттрактовано как непринятие решения в пользу государства. И разнообразные контрольно-регулятивные, значит, надзорные органы придут и, значит, потребуют ответа за то, что ты принял решение в пользу бизнеса, а не в пользу государства. Но бизнес и государство – это одно и то же. Это вот ровно одно и то же. Поэтому мы должны обязательно принимать эти решения, хотя иногда приходится в таких случаях брать на себя персональный риск. Теперь, значит, вот мне кажется, три вещи. Вот как помочь все-таки инвестору? Мы все инвесторы, домашнее хозяйство – это инвестиция, компания – инвестиция, бюджет – инвестиция. Да? Как принять, помочь решение? Первое, с моей точки зрения, все-таки дерегулирование. Мы каждый год увеличиваем регулятивное давление на бизнес. Вы знаете, вот я из правительства ушел в 2004 году, а вернулся в 2013, через 9 лет. Вот просто на собственных ощущениях такой рост нашего регулятивного давления, которое выражается в издержках ведения бизнеса, я уж не говорю подковерные издержки, легальные издержки. Легальные издержки под разными благовидными, значит, предлогами – это мощное обременение, которое, значит, особенно действительно ложится на малый и средний бизнес. Поэтому дерегулирование, вот принципы, вот простые принципы, one in, one out, да, ввел одно регулятивное требование, отмени другое. Оценку регулирующего воздействия не только на проекты, но и на действующие нормативные акты и возможность их отменить. Значит, введение нормативных актов с обязательным предупреждением о том, что через 6 месяцев ведется, они в момент принятия и на следующий день они введены в действие. Дать возможность адаптироваться к этим регулированиям, оспорить их. Значит, и в случае необходимости компенсировать издержки. Если на стадии жизни инвестиционного проекта, вот мы, регулятивные органы, приняли решение, которое отменяют те условия, которые закладывались в инвестиционный проект, ухудшают их, значит, мы должны за это ответить. Мы должны заплатить за это бизнесу. У нас сейчас такого рода элементы встроены в законодательство о концессиях, скажем, да, но нужно вот это шире регулировать. Конечно, мобильность ресурсов. Мобильность ресурсов всех. Трудовых ресурсов, финансовых ресурсов, природных ресурсов, производственных ресурсов. Это означает, с одной стороны, снять инфраструктурных ограничений, потому что мобильность всех ресурсов – это прежде всего инфраструктура. Вот я вот сейчас был на министерской конференции Азиатско-Тихоокеанского региона, вот там, знаете, у меня такая есть фишка – connectivity, взаимосвязанность. Вот они
три вида взаимосвязанности. Хард взаимосвязанность – это значит просто логистика, инфраструктура. Дороги, порты, трубопроводы. Софт – это нормативные акты, законы, которые позволяют. И people to people, значит, взаимодействие людей. Вот три базовых вещи, чрезвычайно важные. В этом глобальном связанном мире мы должны обеспечить быстрое и качественное движение, значит, товаров и услуг. Мы должны обеспечить мобильность и гибкость требований, которые мы предъявляем к рабочей силе, к бизнесу, предпринимательству и так далее. И мы должны обеспечить это соединение между трудовыми ресурсами. И последнее, что я хочу сказать, вот то, что мы всегда все время об этом говорим, вот Алексей Леонидович, мой друг, об этом только что говорил. Ну вот бюджетный маневр, да? Ну мало в дороге вкладывая, ну на самом деле мало. В образование, в здравоохранение, развитие человеческого капитала, инновации. Во все это дело мы вкладываем много. Значит, для того, чтобы вложить больше, вообще, вот теоретически, у вас есть три возможности, да? Вы должны либо повесить налоги, ну, я думаю, что это табу, да, повышение налогов, вот. Либо вы должны сократить расходы, либо вы должны где-то занять денег. Потому что инвестиционный проект в ряде случаев предполагает возможность использования заемных средств. Ну, наверное, самым правильным способом было бы оптимизация расходных обязательств. Другой подход, ну, может быть, об этом я не буду распространяться. Тут есть бывшие и нынешние министры финансов, они лучше меня это знают. Значит, и тем не менее, вот эта приоритизация, это действительно увязка наших обязательств, которые зафиксированы на нормативных актах, в бюджетном кодексе, где-то еще, с нашими реальными обязательствами по обеспечению экономического роста, роста благосостояния, мне кажется, чрезвычайно важная вещь. Спасибо. Спасибо большое. Антонович, вы сейчас или позже? Окей. Спасибо. Самое главное, еще раз, коллеги, что нужно изменить все-таки? Вот что нужно изменить для того, чтобы восстановить темпы экономического роста? Или, может быть, вот как сказал Алексей Леонидович, может быть, что-то начать делать значительно более интенсивно из того, что раньше делалось не так хорошо? Что изменить, это лучше обращать не тем, кто вот сейчас работает в правительстве. Вроде бы они по определению проводят то, что считают правильным. Было бы странно, если бы мы считали, что мы реализуем меры, которые нам кажутся неправильными, и поэтому нам нужно принципиально что-то изменить. Сейчас мы спросим у международных экспертов еще. Так, уважаемые коллеги, я хочу сказать, вот сейчас обсуждали вопрос о оценке экономической политики правительства. Хочу просто вернуть нас на год назад. Помните, когда вводились Соединенными Штатами ограничения в количественных смягчениях, деньги побежали со всех развивающихся рынков. Я помню, один из самых таких вопросов в прошлом году был, а как Россия от этого, как Россия среагирует и что будет? А ведь ничего не было, по сути дела, с России никто не ушел. А с развивающихся рынков убежали капиталы. Сейчас, конечно, у нас ситуация сложная, потому что капиталы убежали, но по другой, абсолютно, по другой причине. Но тогда доверие к России, страны инвесторов, оно не было подорвано. И это благодаря той политике, которую проводит правительство, хочу заметить. Второе соображение. Мы сегодня действительно тему обсуждаем. Новая конкурентоспособность. Я думаю, что новая, именно в новых условиях, сложных условиях, которые нам сегодня свалились, что называется. Потому что действительно эти ограничения, это санкции, нам нужно по-другому сейчас, может быть, ряд позиций переосмысливать. Но что делать? Вот действительно Германович говорит. Я считаю, что в первую очередь нам нужно не давать повод для неопределенностей. Вот мы проводили политику финансовую, бюджетную, денежно-кредитную, и также будем дальше проводить. Ни в коем случае не закрываться. Сейчас вот действительно обсуждали вопросы, там, вводить валютные ограничения, значит, закрывать занавес. Нет таких, невозможно давать таких поводов. Потому что основное для инвесторов, которые вкладывают в Россию и закладывают риски на Россию, а что там будет? Да черт его знает. Но если правительство и Центральный банк говорят, что мы будем четко следовать той политике, которую мы определили, она, собственно, еще раз говорю, не самая плохая у нас в России. И прошлый год об этом говорит. Но я считаю, что риски Красной России будут значительно меньше. Второе, конечно, сейчас нужно мобилизовать ресурсы. Здесь речь идет о государственном секторе. Это и бюджет, и частные государственные компании, значит, и частные компании с государственным участием. Что касается бюджета, я полностью согласен. У нас маневр есть один. Это сокращать дотации пенсионному фонду. Здесь и возраст, здесь и целый ряд решений, которые мы не реализовали еще.
У нас огромное, огромное количество предложений, которые, ну, не было. Мы, может быть, несколько так, знаете, боязливо к этому подошлись. Нужен, есть еще момент, есть еще возможность для того, чтобы, значит, реализовать эти меры. И оборону, конечно. Безусловно, мы эти два крупнейших, значит, расходных обязательств, они делают неповоротным нашу бюджетную конструкцию. И если мы сможем принять непопулярные решения, но эти решения высвободить средства на инфраструктуру, это нужно делать. То же самое в госкорпорациях, кстати говоря. Надо повышать, ну, общие слова, конечно, это эффективность, прозрачность и так далее, но мы, не повышая тарифы, надеялись о том, что будут сохранены инвестиционные программы. А не везде это получилось, к сожалению. И если посмотреть по эффективности наших государственных корпораций, посмотрите, то издержки их в последнее время росли выше инфляции, а издержки в частных компаниях меньшими темпами. То есть это тоже один из показателей. Следующее, сейчас, это действительно институт улучшения инвест-климата. Здесь в этих условиях, в нынешних сложных, мы уже говорили, что нужно активнее проводить политику для бизнеса, чтобы бизнесу работало здесь комфортнее, бизнесу работалось лучше. И мы, как правительство, такие задачи перед собой поставили, имея в виду, что приблизим те решения, которые мы намечали на 2015-2016 годы. Это и малый бизнес, и средний бизнес, который быстро адаптируется, быстро может вырасти и за собой поднять, значит, экономику, о чем Алексей говорил, я с ним полностью согласен. Еще раз, я тоже сегодня говорил уже о том, что мы первую фазу сложную, мне кажется, начинаем проходить, если не будет никаких вновь таких серьезных давлений на Россию, то мы видим, что инвесторы возвращаются к нам на рынке, спреды падают, и если мы дальше будем четко следовать своей, ну, как сказать, своей парадигме, я надеюсь, что значит, доверие будет восстанавливаться. Спасибо. Спасибо. Прошу прощения, Антон Геннадьевич, но вам хорошо известен баланс и бюджет у АОРЖД. Как вы можете говорить, что издержки компании с государственным участием растут выше инфляции? Ни разу за все 10 лет отреформированной компании этого не было. Ни разу. Владимир, тарифы не росли в уровень инфляции. Это он про Сбербанк имел в виду, не про РЖД. Так, если можно, коллеги, у нас сейчас осталось три наших спикера, международных наших эксперта. Чарльз, вы видите, что сейчас у нас ведется спектр по нашей полемике достаточно широкий. Мы пытаемся нащупать что-то новое. Вот сейчас попытки родить какие-то новые точки зрения, более-менее системно они изложены у Сергеевича Глазева. Я потом скажу пару слов на эту тему. С частью из них я согласен на самом деле. Особенно касается все, что касается первого пункта, повышение эффективности и прозрачности государства и повышение корпоративного управления. Что на ваш взгляд, как эксперта, что необходимо изменить России для того, чтобы вырваться из капкана низких темпов экономического роста? Well, thank you very much. Большое спасибо. Я хотел бы с вопроса, поднятого господином Чубайсом, о том, что Россия в последнее время не догоняла западные страны. Я занимался исследованиями всех стран с переходной экономикой с начала 90-х. Россия — единственная страна, которая с начала 90-х сократила разрыв с западными странами. А за последние 3 года этот разрыв увеличился. Но этот разрыв никогда не был закрыт полностью. Здесь много можно говорить, безусловно, что-то можно улучшить. Меня беспокоит то, что направление этой дискуссии приняло именно такой оборот. Изменения действительно были радикальными. Мы видели глубинные политические проблемы, санкции, замедление экономического роста или вообще некоторые падения по отраслям за последние пару лет, проблемы с видением. Я глубоко уверен в том, что все эти явления краткосрочные явления. Я очень надеюсь и полагаю, что политические трения последнего времени будут разрешены в разумные сроки, а санкции — это временное явление. Знаете, позерство такое, которое не продлится долго. Что касается рецессии, вы в рецессии, она временная. Это обычное явление для экономических колебаний.
рецессии следуют за несколькими годами быстрого роста. Я не говорю вам реагировать радикально на рецессию, но я хотел бы отреагировать на услышанные вопросы. Очень много вопросов поднималось о действиях государства, расходов. Государством много управления хромает. 15 лет назад в моей стране масса дискуссий велась о роли правительства. За последние лет 40 во Франции не удалось сократить отрыв от Америки. Он даже увеличился. У вас был хороший слайд здесь. Вы там сравниваете инфраструктуру по разным странам. Франция наверху. В то же время у Франции ухудшается инфраструктура ежегодно, и общая ситуация ухудшается. Знаете, я здесь не услышал в дискуссии того, кого считают следующим Стивом Джобсом или Биллом Гейтсом в России. Этим людям не нужна инфраструктура, им нужна корпоративная структура, правовое поле, в котором они смогут стать богатыми людьми, самыми богатыми людьми в мире. Пожалуй, дискуссию следует повернуть в это русло и спросить себя, почему за последние лет 20 экономических преобразований в России не появилось такой глобальной компании, одной, двух, трех. Спасибо. Большое. Чарльз, ну не могу не отреагировать, но все-таки у нас есть и целый ряд наших компаний, и Россия одна из немногих компаний, у которой есть свой национальный поисковик, которому принадлежит 70% рынка. Поэтому я уже не говорю о том, что Сергей Брин все-таки тоже происхождением от нас учился математике вроде бы как у нас. Питер, просьба высказать вашу точку зрения. Что, на ваш взгляд, нужно сейчас нам сделать для того, чтобы резко изменить качество нашего экономического роста и диверсифицировать нашу экономику, я говорю о качественных параметрах сейчас, и для того, чтобы повысить темпы экономического роста? Самый простой ответ на ваш вопрос такой. Россия может решить свои проблемы и повысить свой экономический рост не в изоляции. Это мой основной посыл. Здесь возникает на этой подиумной дискуссии некий скрытый разрыв между людьми, которые смотрят на внутренние ресурсы и видят в них надежду, и людьми, которые с другой стороны понимают, осознают, что Россия — это часть международной системы, глобальной экономики. Россия не может и не должна изолироваться от международных сил, от международной торговли, капитала, международных рынков. И вот это я хотел бы подчеркнуть в своих словах. В этой связи я думаю, что политический кризис, разразившийся между Россией и Западом, Европой и Соединенными Штатами, Чарльз, комментируя ваши слова, одновременно этот кризис более серьезен, чем он кажется. Санкции вряд ли можно считать временным капризом. По мере ухудшения ситуации в Украине, которого следует ожидать в ближайшие недели, я настаиваю на прогнозе о расширении санкций и углублении санкций. Они вряд ли исчезнут. И в этих обстоятельствах Россия не просто откажется от
завоеванного политического доверия к себе в Европе и в США. Также точно, настолько же серьезно, Россия откажется от доверия к себе со стороны участников рынка. В результате Россия может все больше оказаться за бортом международных рынков, и это будет иметь очень серьезные последствия для дальнейшего развития и направления развития российской экономики. Иными словами, на мой взгляд, ради региональной политической ввязанности в события на Украине, Россия с большой вероятностью ставит под угрозу собственное экономическое будущее. Крым многим россиянам вдруг показался тактическим успехом. В лучшем случае это пирова победа, когда Россия осознает расходы, с этим связанные, и логистические сложности. Сейчас эти расходы попадут на Россию, упадут на голову россиян. И более того, хуже того, это может быть даже не пирова победа, а самострел, экономический самострел. И если все станет серьезнее, при углублении кризиса в ближайшие недели и месяцы, я, конечно, надеюсь, что этого не произойдет, Россия и российское правительство может всего этого избежать, но если кризис все-таки углубится, я думаю, что россияне станут задаваться вопросом неприятным. Это будут неприятные вопросы о том, куда дальше двигаться российской экономике. И многие спросят себя следующее. Что если нам закрыться в экономическом плане, если остальной мир хочет относиться к нам именно так? И это может привести к ряду очень опасных выводов. Очень опасных. Люди будут говорить, если нас ненавидит Запад, почему бы не обратиться на Восток? Даже если это означает дать ряд нежелательных преференций Китаю, возможно, именно эти преференции мы видели в газовой сделке на этой неделе. Люди могут сказать себе и другим, если мы не можем полагаться на прямые иностранные инвестиции, давайте будем просто полагаться на старинные укоренившиеся монополистические компании. Это будет крайне неправильный вывод. Из того, что люди могут воспринимать как искусственно созданный выбор. Нельзя говорить себе, что международные финансы против нас. Давайте наседать больше на Минфин, больше, чем это было раньше. Если международная торговля нам становится не под силу, давайте займемся протекционизмом. Это не то, что следует себе говорить. Если иностранные рынки нам не благоволят, давайте вообще от них откажемся. В этом коренится огромная опасность. Люди могут считать этот выбор правильным. Но если они будут фундаментально неправильными, эти выборы, которые я только что описал, вы очень быстро обнаружите, что не только Россия и ее экономика закрывается в отношении всего остального мира. Вы поймете, что российская экономика вступает в полосу регресса, а не прогресса. Не эти выборы, не эти решения нужно принимать России, и я очень надеюсь, что Россия сможет восстановить доверие, доверие к себе, но это будет зависеть от политических решений со стороны российского правительства. Они должны быть приняты в правильном направлении в ближайшее время. Спасибо, спасибо, Питер. Сергеевич, если только очень коротко, ладно? Очень кратко реплику.
Я бы хотел сказать, что вот эти все угрозы, они, как видно и по дискуссии сегодня, и вообще по полемике более широкой, на самом деле сильно преувеличены. В России сегодня нет каких-то значимых политических сил и намерений закрывать страну, закрывать экономику и самоизолироваться. Наоборот, попытка со стороны Запада изолировать Россию вызывает большую активность России на внешних рынках, на востоке, на юге и так далее. И несмотря даже на такие угрозы, нет речи об изменении системы регулирования. То, о чем мы говорим, это минимизация ущерба, в том числе на что Анатолий Борисович намекал, что если Америка нам грозится заморозить активы, то нужно быть очень наивным человеком, чтобы эти активы оттуда не забрать. Потому что нам прямо говорят, мы заморозим ваши активы. Вот это и есть источник нестабильности. Что касается России, не было ни одного с нашей стороны действия, которое бы могли нас обвинить в том, что мы нестабильный партнер. Мы сохраняем и контракты, и готовность работать и на Запад, и на Восток. И последнее я скажу. Когда возник еще до украинского кризиса, российское предложение построить зону сотрудничества с преференциальным режимом от Лиссабона до Владивостока, 10 лет Владимир Владимирович Путин эту идею продвигает, она оставалась актуальной и в декабре, уже после переворота, и сейчас она остается открытой. Но когда мы говорим, что Украина должна быть интегрирована на взаимовыгодных условиях вот в эту общую зону развития, нам говорят, нет, Украина должна потерять суверенитет и стать, по сути, частью Евросоюза с точки зрения юрисдикции. Вот это уже угроза начинается, угроза, которая потом выливается в войну и становится источником нестабильности, опять же, не с нашей стороны, а со стороны чрезмерно агрессивной внешней политики со стороны наших западных партнеров. Спасибо, Сергеевич. Так, Доминик. А можно прокомментировать, Герман, один раз то, что сейчас было упомянуто? Полминуты. Больше не займу точно. Во-первых, мне кажется, что слово «угроза» со стороны Питера Мандельсона не звучало. А когда рассуждение трактуется как угроза, это само по себе есть перевод нормальной дискуссии в экстремальную, в поляризацию, естественным завершением которой, конечно же, неизбежно, такой риск существует, я с Питером согласен, будет тема под названием «изоляция». Раз они такие плохие, давайте мы от них закроемся. Сергеевич не видит политических сил в России, которые этого бы хотели. Я их вижу. Считаю, что они достаточно серьезные. И в моем понимании этот риск серьезен и значим, хотя к ним нужно относиться трезво. Если уж так совсем серьезно говорить, я просто сам себя вспоминаю, как ни странно, 30 лет назад в этом же самом городе больше половины сидящих на панели российских участников в Ленинграде, на Карельском перешейке, обсуждали ровно эти темы, включая Сергея Юрьевича. Так вот, возвращаясь к этим фундаментальным дискуссиям, мне кажется, что самоизоляция – это серьезная опасность. В условиях самоизоляции, как мне кажется, невозможно решить две главные задачи. Задача номер один – экономический рост. Задача номер два – это диверсификация экономики, создание инновационной экономики. И если Сергей Глазев против самоизоляции, то тогда я с ним полностью согласен и беру все, что было сказано, назад. Вообще-то я отвечал за открытие российской экономики, если помнишь, работая в правительстве. Это была моя сфера деятельности. Сереж, я помню все, за что ты отвечал в свою жизнь. Все. Окей. Как видите, Сергей Юрьевич, представляющий здесь вроде бы как крайний спектр всевозможных экономических мыслей у нас в стране, не предлагает ни экономической изоляции, ни увеличения госрегулирования, так что можно не опасаться, что некие политические силы у нас нечто подобное создадут. Анатолий Борисович, не переживайте. Доминик, ваш взгляд, все-таки... Прозвучало много идей, много предложений. Ваш взгляд, нужно ли нам что-то сегодня поменять? Все-таки мы говорим, исходим из того, что ситуация с экономическим ростом у нас неблагоприятная. Мы падали до ситуации с Украиной, после ситуации с Украиной мы стали падать еще более стремительно. Это первое. Второе. Будем надеяться, я так же, как и Чарльз оптимист, я надеюсь, что политическая ситуация будет разрешена.
В конце концов, у нас нет другого пути, кроме как восстановления доверия. Питер, если ты помнишь, мы с тобой начинали совместно работать, и у нас тоже с тобой было не очень хорошо с доверием, у нас с тобой было очень много споров, жарких споров, но в конце концов, самое главное, на протяжении многих лет, в течение которых мы проводили наши дискуссии, мы выработали самое главное. У нас было полное доверие, мы перестали друг друга подозревать в чем-то, что может лежать не на столе, а под столом. И после этого у нас вопросы стали решаться на порядок более просто. Потому что доверие – это вопрос номер один. Я оптимист в этом смысле. Я вижу, что в современном мире иначе без доверия работать просто невозможно, строить отношения просто невозможно. И в конце концов, очевидно, что это влечет за собой громадный налог дополнительных издержек на любую экономику. И если говорить о Крыме, я думаю, что это отдельная история. Здесь с любым русским надо поговорить для того, чтобы понять, что такое Крым в русском сознании. В этом есть большое недопонимание. Крым – это совсем отдельная история, которую я бы предложил оставить сейчас не на этом столе для дискуссии. Что нам нужно изменить в сложившихся условиях, падающих темпов экономического роста и очень непростой международной ситуации, экономической ситуации в первую очередь? Well, thank you. Мистер Греф, большое спасибо. Я, так же, как и вы, оптимист, и я смотрю на будущее оптимистично. Мне кажется, что Россия очень многое может сделать. Мы должны понять, что сейчас ситуация непростая, особенно с экономическим ростом. Я бы предложил следующее. Конечно, кризис должен разрешаться, иначе никакой пользы для России не будет. Нам нужно как-то что-то сделать для того, чтобы подстегнуть экономический рост. Я знаю, что делают другие страны в подобной ситуации. У них меньше ресурсов, меньше способностей. Например, такие страны, как Малайзия или Колумбия, Чили. Частный сектор и госсектор, мы не говорим о ГЧП, но все-таки они работают вместе для того, чтобы подстегнуть этот рост. А Малайзия, например, решила достичь роста на 2%, и они работали с приоритетными секторами целенаправленно. Нам нужно здесь, в России, делать что-то подобное. Нужно этот метаболизм возобновить. Еще пару идей. Одна из них касается частного сектора, о чем говорил Чарльз. 21% – это сектор малых и средних предприятий, 21% от ВВП. Сравнимо с сектором в Германии. Здесь потенциал предпринимательский очень велик, и мы должны иметь возможность открывать новые бизнесы, но среда это не поддерживает. Я могу привести пример, еще один пример. Я был в Пекине пару лет назад, и в его офисе нам показали три цифры. 36, 35 и 6. Я думал, что, возможно, это какой-то новый манифест партии коммунистической. 36 дней – это срок для открытия нового бизнеса. 35 – это столько дней, сколько нужно для того, чтобы открыть новый бизнес в Шанхае. А 6 дней – это то, что нужно в Сингапуре. То есть вы видите, насколько большая разница, и нужно здесь работать над этим же, обеспечить простоту открытие новых бизнесов. Кроме того, нужна приоритизация. Интересно, почему McKinsey говорит о каких-то таких инициативах, которые предполагает правительство. Правительство должно выбирать приоритеты, большие потенциальные секторы, энергетический сектор и производство. Мы знаем в США, мы сталкиваемся с эволюцией в секторе сланцевого газа. И можно много сделать именно в этом секторе в России, в секторе, который касается энергетики. Нужно 2 часа на то, чтобы произвести один из холодильников. И
здесь логистику в этой стране можно улучшать. Нам нужны также большие изменения в инфраструктуре. Нужно использовать новый капитал для того, чтобы строить инфраструктуру, потому что это повышает производительность. Что делают другие страны? В Африке, как ни удивительно, мы видим, что инвестиции именно в железные дороги самые высокие. Они не боятся таких смелых решений. Мне нужно, кажется, что нужно поставить все на инфраструктуру, создавать новые рабочие места в этом секторе. Ведь есть компании, которые хотят инвестировать именно туда, и это будут долгосрочные проекты. Российские компании должны уметь выходить на новые рынки и работать с Африкой, с восточными странами. В ближайшие 20 лет мы увидим 2 миллиарда новых потребителей на этих рынках. Это гигантские возможности для российских компаний. Они могут воспользоваться этими новыми возможностями. Это может быть производство товаров или услуг. Мне кажется, что это прекрасный шанс для российских компаний. Нужно смотреть по сторонам. То есть нам нужен толчок, кроме того, нам нужна приоритизация и нужна перезагрузка сектора малого и среднего бизнеса. И благодаря таким мерам, мне кажется, можно будет увидеть новый экономический рост. Позволь мне задать один вопрос. Ты занимался правительственными программами повышения экономического роста во многих странах. Какой бы ты один самый главный приоритет для российского правительства сегодня назвал в части повышения эффективности нашей политики, экономической политики? Один приоритет, самый главный. Возможно, вас не удивит мой ответ. Это дерегуляция. Снижение бюрократических препон, которые касаются простоты открытия бизнесов, это повысит продуктивность значительно. Ответ на этот же самый вопрос. Спасибо большое. Алексей Ильич. Я присоединяюсь. Дерегуляция с повышением качества самого управления того, которое остается. Окей. Анатолий Борисович. Я согласен, дорегулирование с максимальной, тем самым, поддержкой всех видов бизнеса. Чарльз. Again, like everybody. Как и все, я согласен с Чарльзом. Хотел бы сказать также, что мы все думаем только об индустриях, но сервисы – это будущее, в том числе и для России. Нам не нужно много инфраструктуры для того, чтобы развивать сектор сервисно. Я с ужасом думаю, сейчас я должен бежать в аэропорт, а вдруг дорегулирование полностью распространится на авиационные перевозки. Вряд ли я долечу тогда. Но если говорить серьезно, я думаю, что нет такого какого-то одного принципа. Самый главный принцип – не упрощать. Не упрощать ситуацию. Она очень сложная. И когда мы пытаемся найти простые решения, мы попадаем все время в мифологическую ловушку. Но, тем не менее, мы говорим не о единственном, мы говорим о приоритете. Главный приоритет. Питер. Приоритет номер один. My priority. Финансы. Необходимо финансировать рост. То есть банки должны иметь свободу в поддержке предпринимательства. Много банкиров, точно. Владимир Иванович, пожалуйста, один приоритет ваш. Я бы прежде всего перевел на русский то, что было сказано по дерегулированию, как искоренение бюрократических препон для развития бизнеса. Потому что под дерегулированием можно понять все, что угодно. Да, бюрократизация. Когда-то Владимир Владимирович Путин, я помню, я зашел в Государственную Думу с вопросом дерегулирования. И это вызвало отторжение. И тогда Владимир Владимирович Путин сказал... Это не дерегулирование, это дебюрократизация. Абсолютно. Это было абсолютно правильно, потому что дебюрократизацию поддерживают все. А с точки зрения своего предложения, я бы считал, что смена парадигмы заключается как раз в принятии парадигмы развития, а это значит
инвестирования реального сектора экономики на условиях, которые были здесь уточнены, и, безусловно, это развитие инфраструктуры, инвестирование инфраструктуры. Антон Германович. Согласен, что надо регулировать и работать над институтами, но об этом все говорили. Но мне казалось, что тоже важно это снижать долю госсектора в экономике, повышая его эффективность. Спасибо. Знаете, мы сейчас как-то привычно у китайцев учиться. Вот я вот тоже инь и янь, да? Значит, они вместе бывают всегда. Значит, регулирование и дерегулирование. Вот у нас сейчас очень много ручного управления. Вот нормальное регулирование – это уход от ручного управления в пользу управления через правила регулятивные, простые и понятные. И дерегулирование, которое одновременно значит уменьшение количества этих правил и укорочение дороги между регулятором и тем, кого он регулирует. В общем, надо регулировать то, что нужно регулировать, дерегулировать то, что не нужно регулировать, и не перепутать первое со вторым. Вот. И последнее. У нас сейчас непростое время, у нас сложные развилки. Знаете, для России, как для других стран в таком же положении, всегда вот есть такая дилемма. Есть решение реалистическое и фантастическое наших проблем. Значит, реалистическое – это если прилетят марсиане, все за нас сделают. А фантастическое – если сами справимся. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у нас… Now the realistic decision is if Martians come, people from Mars and solve everything for us. And the fantastic decision is if we manage everything ourselves. Okay, let's do a vote, ladies and gentlemen. Шесть вопросов в отношении главного направления государственной политики для повышения конкурентоспособности. Это не подразумевает, что они исключают друг друга. Пожалуйста, выберите то направление, которое для вас кажется наиболее важным. Ну, ты хочешь... Итак, мы видим, что у нас главный приоритет – это развитие малого бизнеса, второй приоритет – это диверсификация инноваций и развитие рыночных институтов, и третий – это реформа госаппарата для повышения эффективности его работы. Ну, коллеги, подводя коротко итоги нашей панельной дискуссии, хочу сказать, что, как видите, мне кажется, что результаты ее очень важны. Первое. Мы постарались сегодня собрать спектр мнений всех, кто в последнее время высказывался наиболее ярко и зачастую в противоположном направлении в отношении дальнейшего пути развития нашей экономики. И тем не менее вы видите, что этот спектр мнений не отличается радикально от того, что мы видели сегодня на наших мониторах как точку зрения экспертов, бизнеса и чиновников, и точку зрения тех высокоуровневых экспертов, которые здесь сегодня присутствуют. России не нужно отклоняться радикальным образом от того вектора развития, который сложился. Чарльз сказал, что мы находимся на этапе экономического цикла под названием «спад». Это случается. Это случается в любых экономиках. Но в России во многом, как сказал Владимир Владимирович Путин здесь, в нашем ролике, это продиктовано внутренними причинами. Это означает, что нам внутри нужно разбираться с повышением нашей общей эффективности, с повышением эффективности государства, с повышением эффективности корпоративного управления, с повышением эффективности всего нашего инвестиционного процесса. Каких-то фантастических рецептов разворота нашей политики в какую-то новую неизведанную сторону не существует, я позволю себе об этом смело заявить.
Поиски третьего пути – это очень неблагодарное занятие. Мы очень много лет потратили на поиски третьего пути. И поиски третьего пути в основном, в поиски третьего пути бросаются те, кто не знают первых двух. И мне кажется, что для нас самый правильный рецепт для нашего сегодняшнего пути развития нашей экономики – последовательно претворять принципы рыночной экономики, повышать эффективность государственного регулирования, всего государства, всех уровней, сокращать количество чиновников, сокращать количество регулируемых видов деятельности, утончать регулирование там, где оно необходимо, и уж ни в коем случае не забывать про такие вещи, о которых здесь сказал Владимир Иванович, я абсолютно с ним согласен. Это базовые ценности образования, культура и толерантность, или то, что называется на Западе эмоциональным интеллектом, потому что взаимодействие друг с другом, искусство коммуникации, искусство взаимодействия между собой является основой построения любой экономической конструкции. И я хотел бы поблагодарить всех вас, уважаемые господа панелисты, за то, что сегодня наша дискуссия прошла очень, очень конструктивно, очень корректно и была до необходимой степени интереса острой по своему накалу дискуссии. Спасибо большое.